Привет, друзья! Меня зовут Милюков Кирилл. Мы находимся в нашем шоуруме массажных кресел Уна. И сейчас мы смотрим топовую модель. Это массажное кресло Уна Гранд, Ун 624. И сегодня мы расскажем все, что касается конструкции автоматических программ, кому подходит, какие здесь есть приятные мелочи, которых нет в более младших моделях. И вы поймете полностью, почему это кресло стоит именно таких денег. Приятного просмотра! Это кресло капсульного типа, в отличие от модели 361-367. Те модели мы можем смело назвать массажными креслами, совмещенными вместе с функцией кровати. То здесь это массажное кресло капсульного типа. Эти кресла позволяют делать функцию невесомости Zero Gravity, которая достаточно популярна. И в этом кресле две функции невесомости под разными углами. В данной модели уже 34 воздушно-компрессионных подушки, которые массажируют плечи, поясницу, бедра и ноги, стоп и икр в том числе. То есть здесь уже самый богатый идет воздушно-компрессионный массаж. Здесь 12 автоматических программ, 5 лет гарантии. И 150 кг нагрузка для этого кресла далеко не предел. Это лишь наш опыт, когда действительно человек с таким весом использовался этим креслом, и оно абсолютно спокойно служит уже более 8 лет. Что касается дополнительных вещей в данной модели, здесь есть подушка. Да, эта подушка, если вам не нужен мощный роликовый массаж шеи, то вы можете оставлять подушку под шею. Вы можете ее откинуть, отлепить, она на липучках находится, в этом не будет никакой сложности. Есть вторая подушка, вы также можете массажироваться с ней. Хотите жестче массаж, убираете вторую подушку, и вы уже напрямую массажируетесь максимально близко к массажной каретке, и вы будете чувствовать очень сильный и глубокий массаж. Обратите внимание на визуальное оформление кресла. Здесь есть подсветка по боковой части бренда Uno, здесь есть подсветка динамиков. И, кстати, о динамиках. Здесь есть возможность подключиться через Bluetooth с помощью вашего телефона к акустической системе кресла, и вы будете слушать самые любимые композиции во время массажа. Вы сможете их включать с вашего мобильного телефона. В данном кресле установлена очень длинная массажная каретка. Она SL-формы. Что это означает? В форме S она повторяет изгибы нашего позвоночника, шею, грудной отдел, поясницу, копчик. И дальше она уходит под ягодицы и доходит практически до бедренных мышц. То есть она полностью массажирует ягодичные мышцы, поясницу, спину с грудным отделом и шейный отдел позвоночника. Это одни из самых приятных ощущений, когда массаж проходит до бедренной мышцы и разминает полностью ягодицы. То есть если у вас рабочий день, да, проходит достаточно в таком малоактивном ритме, да, то здесь массаж как раз таки улучшает кровоток бедренной части органов малого таза. Это великолепный массаж, и который действительно приятно, да, разминает мышцы. И важный момент, да, что он позволяет предотвратить защемление седалищного нерва, и вы будете себя чувствовать очень комфортно. Важно отметить, что в данном кресле 12 автоматических программ. Есть программы, которые предназначены для того, чтобы вас бодрить. Есть программы, которые, наоборот, вас расслабят и подготовят ко сну. Важно, что есть программы для взрослых людей, для тех, у кого есть уже какие-то проблемы с позвоночником, может быть, протрузии, защемления, грыжи. И массаж идет максимально деликатно, не нанося никаких повреждений. Также здесь есть регулировка скорости массажа, силы массажа и воздушной компрессии. Это тоже очень важно, что можно массаж настроить именно той жесткости, либо наоборот той мягкости, которую вы пожелаете. Очень важно отметить здесь модуль ног. Он здесь очень здорово сделан, полностью автоматический. Поднимается, опускается, его можно делать длиннее, короче. Все это делается при помощи пульта управления. Как вы видите, сейчас я его просто удлиняю. Я могу его поднять выше. И важно, что кресло вначале диагностирует вас. То есть перед тем, как вы садитесь делать массаж, диагностируется непосредственно спинка и диагностируется подставка под ноги. Она диагностируется именно по длине ваших ног. Как видите, я сейчас нахожусь в горизонтальном положении. Это функция Zero Gravity, которая так уже популярна
в креслах данной ценовой категории. И это положение, когда ноги находятся практически на одном уровне с головой, таз немного ниже. И именно в этом положении первые космонавты взлетают в космос и смотрят вверх. Массажные технологии взяли опыт из космостроения и как раз-таки делают массаж именно в этом положении. В данном кресле два положения Zero Gravity. Есть первый вариант и есть второй вариант, когда ноги поднимет еще немного повыше и голову опустит немного ниже. То есть мы уже получаем полностью горизонтальное положение. Понятно, что это не кресло-кровать, оно не распрямляется, как 367-я модель. Но в целом мы уже находимся в расслабляющем позе, да, и мы действительно можем уснуть, расслабиться и выкинуть абсолютно все мысли из головы. Теперь поговорим непосредственно о самих массажных программах, какие они есть, какие варианты, я вам покажу более детально. Здесь есть автоматические программы, есть ручные программы, вы можете выбирать ручной массаж, который вам нужно. Вы можете регулировать зону массажа, какую-то определенную выбирать точку на позвоночнике, да, или массажировать абсолютно весь позвоночник. Можете выбирать разные режимы, постукивающие, участок спины можете выбрать и так далее. То есть здесь достаточно богатые настройки. Аэромассаж. Можно делать отдельно руки, икры, стопы, ягодицы, плечи и либо делать все тело. Что касается дополнительных опций, вы можете включать и выключать подсветку, вы можете включать прогрев, вы можете выключать, вы можете включать вибрацию, вы можете отдельно включать массаж стоп роликовый, чтобы стопы массажировались, да, то есть ролики прокатывали вашу стопу. И по автоматическим программам нажимаем на кнопочку авто, и мы увидим, здесь уже есть общий массаж, глубокий шиатсу массаж. Это аналогичная была функция и у 367 модели, когда ролики очень глубоко проминали. Но здесь ход роликов гораздо больше, и действительно здесь проминание почувствуют даже самые крепкие мышечные мужчины. Они почувствуют, насколько ролики будут сильно их продавливать, если вы зададите такую настройку. Далее, программа антистресс для вашего расслабления, тонус, как раз таки наоборот, чтобы взбодриться, релакс, терапия. Терапия — это больше уже воздушно-компрессионный массаж, направленный на улучшение лимфово-дренажного тока. Растяжка, она здесь также делается за счет крепления плечевых подушек и подушек, которые держат нас за икры и за стопы. Нажимаем на такой пальчик вперед, и мы увидим, что вот у нас здесь есть уже отдельно мужской массаж, отдельно женский массаж для взрослых людей. Программа очищения, она также связана с лимфодренажным массажем. И программа обновления, это уже как бы комплексный будет массаж и по лимфодренажу, и по роликовому массажу. Здесь можно поставить паузу, можно регулировать скорость, можно регулировать ширину роликов. И все это делается на удобном ЖК-дисплее. Вы можете его двигать в разном положении, выставлять, как вам нужно, и управление будет очень удобным. Друзья, подведем итог. Grant — это действительно очень классное кресло. Оно делает, может делать и жесткий массаж, и мягкий. Все зависит от ваших пожеланий. 12 автоматических программ, 5 лет гарантии. Это действительно кресло, которое вам прослужит, ну, как минимум 10 лет. Если у вас не будет, конечно, людей, которые будут его нагружать под 150 кг каждый день, часов по 5, то 10 лет оно действительно прослужит. Мы в этом уверены. Что касается внешнего вида, дизайна, мелочей, подушек, да, каких-то аксессуаров в данном кресле, то действительно это доставляет удовольствие. Важно, что кресло идет в двух цветах. Вы можете взять как и коричневого цвета, да, как мы сейчас снимаем на обзоре, так и есть в светлом, в бежевом цвете. Вы подбираете под свой интерьер. Я надеюсь, что наш видеообзор был для вас полезен. Вы смогли взять для себя какие-то полезный опыт, посмотреть это кресло более подробно, познакомиться с ним и принять уже для себя решение, подходит вам данная модель или стоит остановиться на чем-то другом. Спасибо вам огромное. Мне лично это кресло нравится, и, ну да, действительно, оно классно, но действительно Grant, оно соответствует своему названию. Спасибо за просмотр, если остались вопросы, звоните по нашим телефонам, и мы уже на них ответим в частном порядке. Спасибо вам за внимание.